16 мая с участием президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоялась церемония подписания азербайджано-белорусских документов. Протокол между правительством Азербайджанской республики и правительством Республики Беларусь о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров подписали председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской республики Шахин Багиров и председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Владимир Орловский. Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Азербайджанской республики и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области карантина и защиты растений от 2 мая 2007 года и протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Азербайджанской республики и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области ветеринарии от 2 мая 2007 года подписали министр сельского хозяйства Азербайджанской республики Меджнун Мамедов и министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Сергей Барташ. План мероприятий по развитию сотрудничества в сфере туризма между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь на 2024-2025 годы подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Олейник. Меморандум между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь о взаимопонимании и сотрудничестве в области конкурентной политики, государственных закупок, защиты прав потребителей и рекламной деятельности подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаваров и министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов. Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики и Государственным учреждением Национальное агентство инвестиций и приватизации Министерства экономики Республики Беларусь подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаваров и директор Государственного учреждения Национальное агентство инвестиций и приватизации Министерства экономики Республики Беларусь Дмитрий Красовский. Меморандум об установлении побратимских отношений между городом Баку, Азербайджанская республика, и городом Минск, Республика Беларусь, подписали глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев. Меморандум о взаимопонимании об установлении побратимских связей между городом Генджа, Азербайджанская республика, и городом Гомель, Республика Беларусь, подписали глава исполнительной власти города Генджа Ниязи Байрамов и председатель Гомельского городского исполнительного комитета Владимир Привалов. Меморандум о взаимопонимании об установлении побратимских отношений между городом Габала, Азербайджанская республика, и городом Гродно, Республика Беларусь, подписали глава исполнительной власти города Габала Сабухи Абдуллаев и председатель Гродненского городского исполнительного комитета Андрей Хмель.